安倍総理とプーチン大統領は日本時間の午前5時前からおよそ40分間首脳会談を行いました。両首脳は北方領土をめぐり双方に受け入れ可能な解決策を作成するため、главный командующий, командир первого взвода, второй роты сборов, лейтенант Матвиенко. Добрый день. Здравия желаю. Нормально. Безымянный видеолюбитель запечатлел первый зарубежный визит Бориса Николаевича Ельцина. Это было в 91 году в Канаде. Видимо, никто не рассказал первому президенту России, что нужно делать. Начальник почетного караула пытался мимикой и жестами показать направление движения, но это не помогло. Hier soll Berlin sein, ne? Oder? Da ist Berlin. Oh, was ist denn das hier? Russland. Was? Russland. Kommen so viele her? Зачем? Вы спросили, может быть, там третья страна какая-то есть? Я намек ваш понимаю. Мы этого не знаем. Но если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место, не знаю, правильно ли поступили или нет. Я не хочу, чтобы... Вообще, не знаю, нужно это американцам или нет. Мы всегда рады вашим визитам, потому что они всегда проходят в очень деловой обстановке и дают шанс на продвижение в решении серьезных вопросов. Сегодня, когда увидел, как вы спускаетесь с самолета и несете свои вещи, я немножко расстроился. Но, с одной стороны, это очень демократично, а с другой стороны, думаю, совсем, видимо... Плохи дела, в США уже некому помочь госсекретарю чемодану. Но вроде в экономике все хорошо, сокращение больших. I hear your economy is okay and there is no slowdown. Потом подумал, может быть, в этом кейсе было что-то такое, что вы не могли никому доверить, что-то ценное. Probably then I thought there was something in that case of yours, in the briefcase of yours, you couldn't trust anyone else with. Видимо, деньги привезли, наверное. Probably you brought some money with you. Чтобы нам торговаться по ключевым вопросам. Но если серьезно, то мы действительно рады вас видеть, потому что я без всяких шуток сейчас говорю. Well, Mr. President, thank you. When we have a private moment, I'll show you what's in my briefcase. Да, большое спасибо, господин президент. И когда мы сможем с вами переговорить с глазу на глаз, я вам покажу, что у меня в портфеле. And I think you'll be surprised. Я думаю, вас это удивит. Pleasantly. Это будет приятный сюрприз. У меня нет никаких глобальных амбиций. Я слышал там какие-то... Я очень благодарен людям, допустим, которые говорили, что мне надо назначить премьер-министром. Я очень благодарен. Так же, как очень... Я слышал, что... Я думаю, что... Что это означает? Украина имеет все для того, чтобы стать не только самой бедной страной в Европе, не просто, перестать быть самой бедной страной в Европе и стать самой быстро развивающейся страной в Европе. Я в этом совершенно уверен. Я бы хотела продолжить тему, которую начали мои коллеги, тема пятой колонны, тема врагов России. И спросить у вас, считаете ли вы некоторые категории людей врагами России? А именно... Тех руководителей госкорпораций, которые сперва просят занять им триллионы из бюджета, потом на миллионы проводят закупки айфонов, потом выбрасывают на рынок странные облигации, а также не забывают выплатить себе миллионные бонусы. Тех чиновников, даже в вашем близком окружении, которые живут действительно во дворцах,
учитывая, что наши бабушки сейчас считают копейки на хлеб. Тех людей, которые руководят государственными телеканалами, показывают сюжеты про распятых детей, которые формируют наш отрицательный имидж на Западе и вредят вашему личному имиджу, затрудняют переговорный процесс и провоцируют рознь. И последний. Владимир Владимирович, какая годовая зарплата у Игоря Ивановича Сечина? Спасибо вам огромное. Значит, зарплату Сечина не знаю. Я, честно говоря, даже свою зарплату как бы так вот приносят, я их складываю и на счет отправляю, даже не считаю. Вопрос заработной платы в сегодняшний день не стоит. Я даже не знаю, где заработная плата получает заработную плату. Я искренне могу сказать, я не знаю, какая у меня заработная плата. Совпадение? Не думаю. Скажите, пожалуйста, сколько вам еще потребно часу, чтобы провести столицу до ладу? До ладу? Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно гроші, тому що ми розуміємо, що нам не потрібні гроші, не забирайте у нас гроші, нам не потрібні гроші, не забирайте у нас гроші. Я хочу сказати, бачите? Я вам вот что хочу сказать, у вас прекрасное пальто, оно стоит каких-то денег, да? Вот ко мне подходит машинист метро, скажем, ну не смейтесь, я же пример привожу. Машинист говорит, у меня семья, ее надо кормить. Эскалаторщик подойдет и скажет, что у нас эскалаторы не ремонтировались по 20 лет. Безопасность, это же очень важно. Вы представляете, сколько людей пользуются метро? Люди могут погибнуть. На все это нужны деньги. Не перебивайте. Люди, которые работают в метро, не могут делать это бесплатно. Откуда я должен взять на все это деньги? Метро не может. Люди, которые работают в метро, не могут делать это бесплатно. Откуда я должен взять на все это деньги? Запитайте у п'яту. Де я візьму 5 рублів? 5 рублей на метро. От запитайте мене, мільйонівка я. Де їх взяти? Одну хвилинку. Ну тут і сам. Одну хвилинку. Почекайте. Ми всі підвищення. Повищення цін на проїзд в метро буде фінансово обоснованим. Скажу одне ще. Ви повинні метро провірити на корупцію. Я знаю людей. Я з цим питанням просто, дивіться, я філолог. Ну повірте, революцію в Києві проти вас. Якщо ви піднімете ціни на метро, повірте, я Рейс Лівія Григорівна. Я вас зніму. Революция будет, знаете, когда метро... Революция будет тогда, когда метро остановится и не будет работать. Поэтому, если что-то не нравится, пожалуйста, ходите пешком. Это дуже важливий крок для пам'яті і вшанування загиблих, з'ясування правди про злочини тоталітаризму та гідного вшанування жертв, його жертв. Мы приняли решение все памятники собрать в одном месте. Я думаю, что это будет прекрасная экспозиция для историков или тех людей. То есть это будет такой музей, это не будет просто склад, как говорили в Жуляна. Тоталитаризма. Тоталитаризма. И он. Хорошо. Тоталитаризма. И он. Хорошо. Совпадение? Не думаю. Я очень благодарен всем, кто занимается решением этой проблемы, и представителям власти, и меценатам, и, конечно, воспитателям. Это своего рода энтузиасты, которые очень любят детей в прямом и переносном смысле слова. Мы регулярно принимаем отчеты губернаторов в Киеве, но когда увидишь своими руками, как говорят, глазами, потрогаешь по старой украинской традиции, это совсем другое.